«Гренадер» – старейший клуб в крае со своей историей, традициями и достижениями. За основу подготовки воспитанников подразделений взят армейский рукопашный бой, ударную борцовскую технику. Мальчишки и пока одна девчонка изучили на отлично. Многие из ребят – чемпионы города и края. Есть среди гренадеровцев и четверо действующих чемпионов России. К тому же эти ребята – члены спортивного общества «Динамо». У нас огромные планы на будущее. Сегодня в Центре дополнительного образования занимается в спортивных клубах более 600 человек. Мы надеемся, что в перспективе это количество, ну, как минимум удвоится. Сегодня мы открыли класс военно-патриотической подготовки, а в будущем у нас будет построен комплекс. Нам его обещают построить. Главная задача военно-спортивного клуба «Гренадер» – воспитать достойных граждан, научить их любить родину и помочь определиться с будущей профессией, отмечает главный наставник и руководитель клуба Сергей Касьянов. Воспитывать только при помощи одного спорта – это значит наполовину недовоспитать. В обязательном порядке воспитание должно вестись комплексно. Это физическое воспитание, интеллектуальное и духовное. Вот мы как раз в клубе «Гренадер» и пытаемся объединить все эти три понятия в одно. И поэтому без класса начальной военной подготовки нам было немножко тяжеловато. Сегодня моя мечта осуществилась, у нас замечательный класс. Большим стимулом к новым достижениям, и не только в спорте, для учеников являются выпускники «Гренадера» и наставники. Один из них – сочинец Виталий Бубенин, герой Советского Союза, именем которого и назван клуб. Равняются ребята и на недавних выпускников, успевших стать молодыми ветеранами локальных войн. Вам есть на кого равняться, у вас много выпускников сейчас, которые чемпионы России, края. Поэтому вам нужно держать марку, нужно сделать так, чтобы клуб и дальше гордился своими выпускниками и делал большие успехи. Несмотря на то, что «Гренадер» – клуб пограничного профиля, воспитанники Сергея Касьянова выбирают самые разнообразные профессии. Конечно же, здесь довольны, если ребята идут в курсанты, но еще больше рады, когда гренадеровцы становятся просто хорошими людьми. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.